Можно ли без спускового крючка начать путь к себе? Ну, то есть без какого-то экзистенциального события? Смотрите, пистолет берете, чтобы он выстрелил, нужно нажать на спусковой крючок. Но пистолетом можно просто двинуть по голове. Поэтому я думаю, путь к себе может быть как от удара по голове, это когда внешние обстоятельства вам двинули. Но также, когда вы сами нажимаете на спусковой крючок, это значит, вы решительно хотите поменять жизнь в самых нормальных мирных условиях. Второй шаг более крутой. Второй шаг – это очень продвинутая личность. Большинство после удара по голове. Но в любом случае, конечно, какой-то импульс должен быть.